Как вы согласились-то все-таки с вашей философией? Ну, во-первых, фестиваль пригласил не только, да, нашу рок-группу, а вообще целую компанию наших друзей, товарищей по оружию, и решили сделать этот рок-день. И, во-первых, мы редко видимся, и приятно увидеть своих товарищей. Ну, это действительно так, мы редко видимся. А во-вторых, это симпатичное приключение такое, вот и все. Поэтому с удовольствием приехали. Ну, вот. Да, ну, а какие песни вы сегодня исполните? А там две песенки, да. Каждая группа играет только две песенки. Поэтому, ну, послушайте, зачем я. Да, ну, вообще вот как бы идет разговор о том, что новая волна как бы где-то затихает, эта волна. Может быть, что по вашему стоит? Я не знаю, ребят, я вот честное слово, я вот совсем не знаю ничего про вот это все, что здесь происходит и как. Потому что я человек из другого мира. Я вот ничего вам ответить не могу. Затихает она или наоборот не затихает, я клянусь, не знаю. Это вот, ну, совсем другая история. Мы живем где-то в параллельных мирах, вот и все. Поэтому мне нечего сказать. Но юрмальская атмосфера совпадает? Настраивает вас на сегодня на концерт? Да отлично, мы играем в Юрмале, ребята, у вас каждый год. Я вот, не, по-моему, после вот этой новой волны. Поэтому замечательно, я люблю Юрмалу. Вот сейчас у меня дочка второй раз с женой сюда в жизни приехали. Так что все хорошо. Еще хотел спросить, что у вас за сигареты такие необычные, не видели? Французские сигареты. Я курю французские. Жетаны. Как вы покупаете? Специально заказываете из Франции? Я их из Москвы привожу. В Москве они продаются.